Зачем же вы сняли шапку? Холодно, минус 20. Минус 20, холодно. Вы собрались моржевать? Я, понимаете, я болею за то, что вот посмотрите, река, минус река, 20. Река, прекрасно, еще да. Неделю назад здесь ходили люди через нее, здесь был лед. Да. Сейчас здесь все растаяло. Это Гольфстрим, видимо. Гольфстрим от вот этих всяких предприятий, которые сверху. Я как будущий мэр считаю, что нужно проверить, кто это сделал, кто испортил реку. Поэтому призываю всех за это дело бороться, и чтобы у нас действительно была нормальная экология, чтобы мы жили в хороших условиях, и чтобы у нас реки зимой не таяли, а на них был лед, чистый лед. Я за это.